Внимание! Мамы, зовите своих дочек, бабушки, приглашайте внучек к экранам, да и сами оставайтесь. В гостях «Доброго утра» на Первом канале Евразия мегапопулярная группа «91». Очень приятно вас видеть. Доброго утра, ребята. И пока вы как-то обустраиваетесь у нас, хочется посмотреть визитку про вас. Давайте это сделаем. 91 – музыкальный проект участника группы «Орда» Ербулата Бедельхана. Ребята дебютировали с песней «Айптама» в 2015 году. Группу 91 называют основоположниками нового стиля «Q-pop». Они не раз становились победителями отечественных музыкальных премий. Сейчас на их счету 3 музыкальных альбома и 10 видеоклипов. Участники группы работают не только над музыкой, но и пробуют свои силы на съемочной площадке. Летом 2017 года на экраны вышел фильм, посвященный творчеству и биографии группы. Также они снялись в сериале «Кагаскими». Ребят, скажите, пожалуйста, как вы сами сможете объяснить феномен вот такой бешеной популярности? Как можно было добиться такого успеха? Во-первых, надо иметь продюсера. Такого хорошего, да? Лучше всего Ербулата Бедельхана. По сути, как таковой бешеной популярности пока что нету, на самом деле. Ой, я поспорю с вами. Нету, серьезно. Да? Тогда давайте, можно я перебью, да, и скажу, что она, наверное, все-таки есть, потому что нам даже сегодня пришлось организовать каким-то образом сопровождение, чтобы вы благополучно добрались до нашей студии. И мне кажется, что прямо сейчас мы даже можем показать кадры, что творится у входа нашего КАЗ-медиа-центра, да? Потому что ваши поклонницы просто ждут вас все время. Давайте посмотрим, как это было, да? Какая любовь, да? Какая преданность к вам? Я думаю, что это дорогого просто стоит, да? Да. А вот были какие-то курьезные случаи, связанные с фанатами, с поклонниками, с вашим, вот, с вашими друзьями, такими, которые вас очень любят? Ну, наверное, их было много, да? Случаев было, да, много. Но есть такие моменты, когда... Ну, были такие моменты, это год назад, когда они снимали квартиру напротив нас, или под нами, или над нами, в одном доме. Как бы случайно, да? Не как бы случайно. Это было открыто. И всякие вещи творились потом. Но в плане... Ну, они типа не признают, короче, что это они делают. Но мы-то знаем. Вот, типа, знаете, всякие там сериалы, постановки происходят у нас в подъезде. Вот. Театральные постановки, разные звуки. Да. Вот. Самая классная картина, когда выходишь с лифта, и дверь открывается, а там у нас диван был. Кто-то вытаскивал в коридор, да, в подъезд открывается, и там на диване спят куча людей такие. Прикиньте. Представляю. Есть, а вот тогда, получается, у меня вопрос сразу возникает, а как в обычной жизни вам сложно, наверное, ходить в кино, допустим, в кафе куда-то, если вас вот так вот у входа даже ожидают? Мы редко ходим такие, ну, типа, в кино и так далее. Ну, мы ходим, конечно, но в основном мы ходим туда, ну, чуть-чуть этот, закрывшись. Ну, а за хлебом, есть, ну, не знаю, вышли вот в магазин. Ну, нормально, это переоделся там. Капюшон, очки, маска. Это легче. Да, легче, чем спит. Да? Почему? Да. Ну, охраняется чуть-чуть, ну, сам жилой комплекс из-за этого. Сейчас чуть-чуть по-другому. Не все переехали еще в ваш жилой комплекс, чтобы рядом. Кто не может в подъезде ночевать-то из-за этого. Мы тогда ругали еще их, типа, как бы, ну, нельзя так. Опасно. То есть это опасно, это, как бы, Алматы не самый безопасный город. И поэтому, ну, это вообще так нельзя делать. Такой отругал, ясно. Но все-таки поклонников очень много, они разного возраста. Кто-то вас очень сильно любит, безумно. Но есть и взрослые поколения некоторые, которые не все принимают ваш стиль. Ну так скажем, да? Кто-то.
Ну, как вы к этому относитесь? Может, как-то прокомментируете? Или все-таки есть и взрослое то поколение, которое тоже вот настолько сильно любит, как молодежь? Ну, не только. Их много, да, их очень много. Разные, да, все? Да, особенно это было у нас в турне, когда мы вот недавно 16 городов Казахстана объехали, приходили 17. Очень... Салматы 17. Ну, Салматы 18, это же как бы последний. Алматы, возмездные войны. Да, там были взрослые люди. Лет 40, даже 50 лет даже, вот, семейные пары приходили, там было очень прикольно и весело, в принципе. В Фейсбуке их много, они вместе скомпонировались и группу открыли, между собой общаются. Отец состоит в этой группе. Уже сами, да, без вас уже, да? Что больше всего радует, это как бы мы поем же на казахском, но на концертах, когда мы давали турне, было очень... Много разных национальностей. В плане было очень много русскоязычных людей. Вообще, иногда даже бывали люди, вообще, которые не разговаривают ни на русском, то ни на казахском. Совершенно разные. Да, то есть англичане всякие. Ну, вот, как бы это радует. Говорит о том, что у вас такое творчество, которое не имеет границ. Это замечательно просто. Скажите, много писалось и говорилось о том, что по контракту, ну, по крайней мере, мы так слышали раньше, да, что вам нельзя было, так скажем, встречаться с девушками. И вот недавно мы узнали с помощью соцсетей, что кто-то из вас все-таки нарушил эти правила. Ну, расскажите. Ну, а это правило было ли? Ну, как по... Все начали друг на друга смотреть. А кого то Меня зовут Азамат. Знаю. И мне 25 лет. Я поаплодирую тебе. Ну, так получилось. Я встретил девушку. И она мне очень понравилась, я встречался, и потом у меня спрашивали на концерте, я на русском говорю, пацаны. Пацаны. Спрашивали мои жанкилеры, я ответил всю правду, всю правду сказал, потому что не хотел врать. Вот. Ну, значит, можно все-таки. Ну, а остальных сердца свободны? Ну, это вопрос личного характера, пожалуйста, оставим это за эфир. Хорошо, ладно. Хорошо, как утро начинается ваше обычно? Ну, вот сегодняшнее утро началось вместе с нами. А другое? Другое? Иногда в обед начинается. Это хорошо, когда в обед. Мы недавно с турне приехали. Мы недавно с турне приехали, так что последний месяц у нас утро начиналось либо в автобусе, а мы целый Казахстан объездили в автобусе, да. Сколько километров? 14 тысяч, да? Да, у нас хороший автобус был такой. 26 дней мы провели его. У нас утро в основном там начиналось в последний месяц. Ясно. Ну, это утро у нас особенное, потому что вы к нам пришли сегодня в гости. Я, правда, очень рада вас видеть. И наши зрители тоже. И поэтому музыкальный подарок, ну, просто необходим. Мне кажется, все его ждут от вас. Пожалуйста, давайте попросим у вас спеть сегодня что-нибудь для всех нас.
Увидимся завтра. Спасибо группе 91. Ура! Пока!